прямом эфире программы «Экстренный вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров. Здравствуйте. Двойное дорожно-транспортное происшествие в центре Шымкента. Lexus въехал в стоящий водовоз и столкнулся с Audi. Авария произошла около 11 часов вечера по проспекту Кунаева. В это время водитель водовоза остановился возле разделительной полосы, чтобы полить растения. Избежать столкновения с грузовиком водитель Lexus не смог. Мало того, он вывернул влево и задел Audi. В аварии пострадали пассажиры Lexus. С различными ушибами их отвезли в больницу. Серьезных травм удалось избежать благодаря сработавшим подушкам безопасности. Всем машинам нанесен различный материальный ущерб. Благо, что на команде имеются, как уже говорили, вот такие отбойники. Они во многом способствуют сохранению жизни людей, водителей и пассажиров. Столкновение ВАЗа 4-й модели с Мерседесом зафиксировано на улице Исмаилова в Шымкенте. От удара Мерседес развернуло, водитель, потеряв управление, выехал с проезжей части на газон. В это время на переднем сиденье в детском кресле сидел годовалый ребенок, благо все обошлось. По рассказам очевидцев, водитель ВАЗа выехал со второстепенной дороги, не уступив Мерседесу. Скорее всего, это и стало причиной аварии. Что произошло на самом деле и кто виноват в дорожно-транспортном происшествии, установят шимкентские дознаватели. Дежурная часть байдебекского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел мужчина разгуливает по улице с обрезом. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Сузакского района. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у мужчины обрез охотничьего ружья 16 калибра и 10 патронов к нему. По словам подозреваемого, оружие он якобы нашел на дороге и решил оставить себе. По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. В управлении полиции города Туркестан поступило заявление о краже пожертвований из мечети. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что злоумышленники зашли в мечеть через открытую дверь и украли деньги из ящика для пожертвований. Подозреваемого задержали, им оказался житель Шардаринского района, проводится досудебное расследование. Аналогичный случай произошел в Кентау. Вместо мечети воры облюбовали ящик для пожертвований на кладбище. Полицейские задержали подозреваемого местного жителя. Оказалось, что на погост мужчину потянуло в нетрезвом состоянии. Видимо, выпить пришлось для храбрости. Злоумышленник проник ночью на кладбище и забрал пожертвование всего 12 тысяч тенге. По данному факту также проводится досудебное расследование. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидец громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. +7 701 730 57 53. Экстренный вызов обязательно поможет. Мы на связи 24 часа.